渓谷でロシア軍と戦い、味方の大半を失ったのか。生存者は？モンテスと俺、コール、他数名だ。仲間が死んだのはコールのせいか？なんだ。違う。そう言いたいんじゃないのか、本音は。俺はボスニアで親友を4人失った。ロケット攻撃だ。見張りに立ってた奴がな、眠ってた。自暴自棄になったよ。そいつをな、殺そうかとも思った。今でも裏切られた感覚が拭えない。お前に同情するが仲間はもっと気の毒だ。お前に裏切られたんだから。きっと分かってくれた。そうか。仲間が敵に寝返ってもか？理解できるか。ロシア人は敵じゃない。お前の仲間を殺しただろ。おい、まあ待て。君がイランで作戦中の頃、我々はディマとキエフの司令部が交わしたバースト伝送を傍受している。奴もイランにいた。なぜディマはロシア人とイランにいたのか。
здесь нет кода. Хорошо, мы их слышим. Машина была хорошей идеей. Давай по дороге. Последние спутниковые изображения показали большую оживленность на вилле. У нас минут 30, может быть, даже меньше. Слушай, а если сразу поедем на виллу? Окна ведь тонированы. Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Смотри, смешайся с конвоем, мы попадем с ними внутрь. Молодец. Может быть, удача на нашей стороне? Ха, до этого особо не везло. Отлично. Он и не догадывается, как мы близко. Все равно это будет натяг. Нам нужно быть готовыми ко всему. Кирилл первый, я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас. Будь готов к смене плана. Помни, ГРУ хочет взять Кафарова живым, но самое главное – это ядерный чемоданчик. Твою мать! Держись на расстоянии. Давай сделаем это. Приготовиться. Ворота! Ну, что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Твою мать! Вон, биологический сканер. Они нас не пропустят, Дим. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Жди, жди, жди. 3, 2, 1, давай! Проверь дверь. Дверь еще продержится какое-то время. Давай. Вот так контрольная комната. Дима, давай туда, открой ворота. Момент неожиданности пропал. Это все равно произошло. Давай, пошли. Я насчитал 30 мертвых. ГРУ недооценил его охрану. Крыша, крыша. Вилла на другой стороне. Подожди, пока они подойдут к нам. Дима на крыше, обеспечь наблюдение. Кирилл, ты и я снаружи. Вверх, сзади, справа.
Они на крыше, белые! Кирилл, гранату! Дима, давай! Я выхожу! Слышь, прикол! Кирилл, гранату! Дима, давай! Дима, лестница! Проверь наверху! Они полностью ни там не закрепятся. Добраться. План показывает дорогу внизу. Черт!
Там была дверь сзади. Дима, посмотри, можно ли их обойти. ジュネーブの金庫のものだ。持ってけ、入ってるものすべて。俺は持ってない。わからないのか。探しているのは俺じゃないだろう。ソガ、ソロモンだ。頼む。俺はソロモンの情報を持ってる。企んでいることも知ってる。スーツケースの行き先もわかるぞ。取引しよう。俺を見逃して自由にするならすべて教える。ソロモンの行き先を教えるし、何をするつもりなのかも。 車で向かったんだな。生き残った者と共に、つまり、コールとモンテスだ。私が君なら、仲間のことを考えただろう。他にやりようがなかったかと、彼らではなく、自分が死ねばよかったと願うだろうな。カファロクの邸宅に向かい、誰よりも先に着いた。ロシア軍にも先んじてた。一番じゃなかった。そこにディマがいた。お前は決断をした。 妙な真似はするな。このクソ野郎はロシアの核を盗み出し、ソロモンという男に売りつけた。奴は PLR と共謀している。標的は2つ、ニューヨークとパリだ。兵器は公共交通機関で運ぶ。ニューヨークのタイムズスクエアで爆破するつもりだろう。そんなことは許さん。 国同士の戦争を回避できるんだ。俺たちの力で、政治に金にも頼らず、俺たちが真実を語ることで。頼む、力を貸してくれ。俺は行かねばならない。あいつを撃たねば多くの犠牲が出るぞ。地面に伏せろ。
いいな。どんな犠牲を払ってでもソロモンを止めるんだ。